Что пишем? Кино? Да. Воинское удостоверение, свидетельство о регистрации, страховой полис. Привет, я не пьяный, я не пью никогда. Операция не трезвый водитель. Ну, я трезвая, вы что? Это радует. Документы покажите ваши. Давайте. Вы отстраняетесь от управления, так как у вас имеются признаки опьянения, запаха боли изо рта, нарушение речи, неустойчивость позы. Букин, операция не трезвый водитель проводится, да? Нет, можно вообще посмотреть? Булкин, операция нетрезвый водитель. А вы что, нарушили что-нибудь, да? Нет пока еще. Операция нетрезвый водитель проводится. Документы, а, это правильно, в нашей деревне. Покажите, пожалуйста, ваши документы. Сейчас, секунду. Это правильно. Объясните, не надо нам включать, вы объясните. А что надо-то? Все равно, если бы даже трезвый был, все равно заберут. Потому что на него сейчас категория нужна, а категории нет, все. Сегодня же рейд, ё-моё, за пьянство. Мы ж читали даже в интернете. Ну да, даже предупредили всех. Всех предупредили, я им по барабану. Правильные действия сотрудников полиции. Конечно, правильно. Правильные действия. Нефиг жрать водку за рулем. Вы вообще признали, да, что вы выпивший? Я признал, что выпил, я не отрицаю. Понятно. День рождения у девушки как по-другому-то? Ну вот ехал, хотел Одессу немножко потеплее, так? Я ни от чего не отказываюсь, свою вину признаю, выпил, ехал без шлема. У нас есть определенная категория прав, нет. Ну вот, пожалуйста, два человека, ну что, возьмите, да и все. Настя, удачи, не ходи. Какая разница, господи, чего? Пьяным нефиг садиться за руль. Правильно, вот это правильно. Вот это правильно. Смотрите, сзади меня сидит молодой человек, Кирсанов Дмитрий Андреевич, управлял транспортным средством. Привет, привет. Вот этим. Здорово. Здорово, Дима. Мопедом. Присутствие вас отстраняется от управления данным транспортным средством. Димон задумал на голову. Так сейчас, подожди, Серег, оформим. Да не, зачем? Мне самому интересно, как это происходит. Первый раз побывать в этом деле. Ну, согласен, да? Да, мне отказывались. Там много вопросов. Ручка запечатана. А если вас вижу, если вас скрывается. Штраф большой. Как минимум 30 тысяч. Прибор произведен. Да ладно, забрали, а потом через два дня я уже знакомился. Через пару месяцев приходит, короче, не было. Сейчас, ну, идите. Установлено. Не установлено. Добрый вечер, инспектор ДПС Булкин. Операция нетрезвый водитель проводится. Да. Документы ваши покажите. Фотографировать будете? Конечно. А что, я же не пьяный. Ну и что? Ну, любые нарушения. Снимаю что видео здесь. Знаете, сотрудники, полиция. Операция нетрезвый водитель проводится.
употребляли? Нет. Это радует. Ой, главный корреспондент. Ничего не употребляли за рулем? Нет, зачем? В сторону Вести. Минки, будьте добры, проводится прогулка на третье появление через 2 дней. Можно выйти? Да. Да, все замечательно. Народу много, да? Да, проходит праздничек. Да, сейчас, конечно. Да, сейчас, конечно. Не знаете, обвинения у нее присутствуют? Статья 51 Конституции Российской Федерации. Никто не обязан содействовать против себя, самого себя, супруга, близких, родственных круг, которых определяется федеральный закон. Федеральные законы могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельство показания. Все понятно? Ну, все понятно? Все понятно? Так, смотрите. Вы отстраняетесь от управления, так как у вас имеются признаки опьянения, запах алкоголя изо рта, нарушение речи, неустойчивость позы. От отстранения транспорта, от закупки расписываться будете? Отказываетесь от росписи? Какое ваше отстранение от управления? Татьяна Николаевна, прибор на месте будете продавать, больницу поедете или отказываетесь от медицинского следствия? Отказываюсь. А? Отказываюсь поесть. Уверены в этом? Да. Татьяна Николаевна, я еще раз вас спрашиваю. Прибор на месте будете продавать с помощью нашего прибора алкотектор просто комби. В больницу поедете или отказываетесь от медицинского следствия? Отказываюсь. Вы отдаете? Вы знаете, что это влечет административное наказание за отказ? Нет. А? Статья 12.26. Отказ от законного требования сотрудника полиции. Знаете об этом? Нет. А? Ну так да. Еще раз, что будем делать? Отказываюсь. Татьяна Николаевна, это ваше окончательное решение? Да. Необходимо написать слово. Отказываюсь, Роспись. Татьяна Николаевна. Берите, пожалуйста. Приборы будете проводить в больницу поездить, отказываетесь. Отказываюсь от слова. Понятно. Запись собственноручно. Слово. Ваше решение и подпись. Дадите, да? Да. Все, то есть то, что здесь написано, я вам дам. Можно так, да? Thank you.
нарушение вас составлен протокол по статье 12.26, часть 1. Вложу его до вас статьи, статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайство и от флота пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами, соответственно, настоящих кодексов. Дело об административном правонарушении рассматривается с учетом лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. Это протокол. Здесь можете написать объяснение. Будете писать объяснение? Нет. А? Нет. Ну, если нет, просто в роспись поставьте. Держите. Права вы изъявляете, правильно, как я поняла? Ну, нет, права нет. Права нет, права. Права оплодисты устроения, я вам все отдам. Которым ты можешь сюда права. Ничего не употребляю сегодня? Нет, все нет, нормально. Нет, нет, все хорошо. А почему? А потому что я за рулем, извините. Правильно.